Друзья, ассаламу алейкум, представляем вам ножи работяги из кованой стали Х12МФ. Первый нож — это Скорпион 1. Тоже красивая работа, друзья. Рукоять эластрон, есть отверстие под темляк. Ножны из натуральной кожи. Второй нож — бык, тоже Х12МФ, кованная сталь. Рукоять эластрон, есть отверстие под темляк. Следующий нож — ягуар. Рукоять эластрон, кованная сталь, Х12МФ. Нож секач. Как-то похож он на нож Тур, но нет, это секач Х12МФ. Так, следующий нож — стриж. Тоже аккуратный, красивый нож. Рукоять эластрон, отверстие под темляк. И последний нож — тайгер. Тоже кованая сталь. Такой вот нож. Ножны из натуральной кожи.